Привет, ребяточки! У меня хорошая новость. Может, для кого-то хорошая, может, для кого-то нет, но для меня она очень хорошая. Мы едем на запад. Еду я, едет режиссер и едет Skyline. Хонду Сервиху мы продали, потому что мы уезжаем. Тащить ее за собой нецелесообразно. Но, конечно же, на Sky мы не поедем. Это было бы неразумно ехать 10 тысяч километров в зиму, да и на таком Skyline. Летим мы на самолете, а Skyline мы сейчас отвезем на автовоз. И он благостно, надеюсь, благостно доедет до Ростова-на-Дону. Почему же мы уезжаем на запад? Да потому что я просто хочу к мамочке. Хочу встретить Новый год со своей мамочкой. Именно поэтому. Да, я думаю, многие из вас меня поймут. Но мы сейчас заводим Skyline и едем на погрузку. Ребяточки, напоминаю, есть такой интересный канал «Накачанные колеса». На нем много полезной информации. Проводит тесты аккумуляторов, антифризов. Автор рассказывает много интересных фактов о маслах и охлаждающих жидкостях, которые вы точно не знали. Рассказывает, как отличить оригинал от подделки. Автора, кстати, недавно еще показывали по телеку передачи «Главная дорога». И в честь суммы 100 тысяч подписчиков на канале проводится розыгрыш призов и главный приз – бочка масла. Так что у вас есть возможность поучаствовать. Все ссылочки в описании. Так, ну что, это была уже 10-я попытка. Sky так и не заводится. Ну, наверное, Бог меня уберегает от какой-то аварии, потому что сейчас на улице беда на самом деле происходит. Как я вам показывала, уже все обледеневшее. И, как бы, я думаю, сложно будет передвигаться, поэтому сейчас вызываем эвакуатор, грузим и все-таки, надеюсь, доедем мы до отправки. And I wanna make it start to end the right. Fading into slowly. Were those gonna lift me up this time? You were the only. У нас необычный эвакуатор. Сейчас мы просто зацепляем морду, поднимаем ее. И машина едет также своим ходом. Почему? Потому что у нас как бы новые колесики. Вот, и чтобы их не повредить обычным эвакуатором, который крепится крючками, поэтому вот таким вот способом. И да, кстати, этот способ даже дешевле на самом деле. Обычный эвакуатор стоит 3000, а это 2500. Довезли Skyline, в общем, приехали непосредственно в пункт отправки нашего Sky. Было много способов, как можно было отправить Sky. Можно было отправить его поездом, либо сеткой, либо контейнером. Ну, либо тот способ, который выбрала я, это автовоз. Это один из самых быстрых способов. То есть зимой машина преодолевает примерно в день 600 километров. Ростов и Краснодар – это самые дальние пути, то есть в районе 10 тысяч километров. Вся эта процедура обходится в 54 тысячи рублей, это вместе со страховкой. Вот сзади меня стоит тот самый автовоз, на котором поедет Sky. Sky поедет до Иркутска у нас. В Иркутске будет у нас пересадка. В общем, плюс к этим 54 тысячам мне придется сейчас заплатить 1000 за погрузку эвакуатором, потом в Иркутске за выгрузку и за погрузку опять на новый эвакуатор, потому что в Иркутске у нас меняется автовоз, и, соответственно, дополнительно 3000 рублей я должна буду к этим 54 заплатить. Что касается того, когда приедет Sky уже непосредственно в Ростов, там уже будет видно. Если он заведется, я выйду своим ходом и поеду. Если нет, то это уже другая история.
сожалению, сейчас, наверное, наши дисочки немножечко повредятся, потому что Скай заводиться все так же не хочет, и поэтому эвакуатором сейчас его будут грузить непосредственно на автовоз. Все, груз я сдала свой, вот этот вот драгоценный. Получила на руки вот такой вот акт приема машины. Здесь, ну, прописывается данные по машине и, соответственно, договор. Все, что касается оплаты, оплатить можно как сразу, так, в принципе, и в течение там какого-то определенного времени. Это вы уже непосредственно обговариваете с перевозчиком. То есть люди всегда идут навстречу другим людям, поэтому здесь проблем не возникает. Я вот, например, оплачиваю сейчас 10 тысяч, другие там в течение этого времени, пока машина будет ехать. В любом случае, вам не отдадут машину, пока вы не оплатите перевозку. Кстати, что касается по расценкам по городам, сколько же стоит транспортировать машину, вот, смотрите. Ладно, в общем, провожаем Ская. Пусть едет. Я, извините, что я ем, как обычно, нервничаю. Когда нервничаю, я всегда ем. Все-таки расстаемся как минимум на месяц. Надеюсь, все пройдет гладко. Ну, а на этом все. Нашего с вами дела контрактных запчастей и изготовления приводов. Все так же работаем, все так же я отвечаю на заказы, все так же мы отправляем, все в установленные сроки. И на самом деле не важно, в каком городе я нахожусь, мы работаем всегда по одному и тому же плану. Потому что я работаю с целой командой, так что за это не переживайте. Все свои заказы отправляйте мне все так же на тот же номер или в любой социальной сети. Так, ребят, кто не в курсе, когда продали свою машину, и если у вас еще осталась страховка, вы можете деньги за эту страховку вернуть. Вам нужно просто приехать в филиал. За каждый месяц неиспользованной страховки. То есть мы вот на сервихе поездили совсем там 3-4 месяца, и у нас там сколько еще? 8 месяцев, в общем, осталось, и поэтому за каждый этот месяц мы можем денежки свои вернуть. Так что пойдем, Саш, посмотрим, вернут нам что-то, нет? Итак, в общем, сходили мы в филиал, написали заявление, и денег нам сразу не дали. А сказали, что в течение 30 суток нам зачислят их на карту. Сейчас денег на руки не дают. Страховка нам вышла, нашей Хонды, в 5765, угу. А вернут нам 3271. Там получается за оставшиеся месяцы и минус 23% еще. Ну и в итоге 3271. Так что будем ждать денежки. Все же лучше, чем ничего. Конечно. В Ростов-на-Дону пассажиры приглашаются к выходу 9.
ла-ла.